Молодежь – это главный ресурс страны и фундамент ее будущего. Чтобы уделить ей достаточное внимание в самых различных сферах, на базе областного, городских и районных исполнительных комитетов региона в текущем году были сформированы рабочие группы по работе с молодежью. Молодые люди – это будущее нашей страны. И, наверное, от молодых людей зависит то, как мы будем развиваться. Поэтому именно сейчас важно принимать те решения, которые будут полезны молодежи, потому что потом в будущем для страны это будет полезным. На заседании своим опытом работы с молодежью поделились представители вузов. Ведь от качества проводимых мероприятий и взаимодействия с местными органами власти зависит эффективность конечного результата. Эта работа выстраивается на системной основе. Есть четкое понимание, что привлечение, приглашение студентов на различные мероприятия и акции университетом всецело поддерживается. Мы организуем серьезные мероприятия и с приглашением лидеров мнений, которые действительно могут, это мы видели воочию, зажечь студентов, на своем примере рассказать и показать, куда идет сегодня наша страна, наше общество, наша социальная сфера, перед какими вызовами мы стоим. На рассмотрении рабочей группы ряд вопросов, начиная от патриотического воспитания, трудоустройства и преференций для молодых специалистов до предупреждения преступности в подростковой среде. Особо болезненным является отток за границу, поэтому важно предоставить такие условия, которые позволят молодым специалистам закрепиться на родине. Основная причина данной молодежи, согласно мониторингу, анализу и всего остального, это нету стимула. Первое – по зарплате. Второе – по жилищному вопросу. Что для человека самое главное? Первое – решить жилищный вопрос, получать достойную зарплату, ну а дальше совершенствовать свои блага. Заседания рабочей группы будут проходить ежеквартально для того, чтобы держать руку на пульсе, брать на карандаш проблемные моменты, сообща и оперативно их решать, делиться успехами и принимать эффективные управленческие решения.